Я же сегодня рецензент нашего первого спикера Анастасии. И у нас сегодня проект, или на самом деле первый, задача этого проекта – расколоть лед молчания. Анастасия, как я думаю, многие заметили, достаточно открытый человек. Ее очень приятно слушать, у нее очень приятная история. Ее позитив так наполняет и действительно вдохновляет. Если говорить по содержанию, было начало, середина и был конец. Да? Начало о том, что вот есть личный бренд, но я расскажу вам сегодня о своем хобби. А к концу мы пришли тоже к тому, что мне очень понравилось, сейчас даже внимание, не застрять в образе, меняться. Это такой некий призыв, я вообще очень люблю меняться, не застревать разных образов, и меня на самом деле очень приятно. Но также в том числе задача этого проекта – это дать направление, в котором нужно двигаться. И здесь мы хотелось бы тоже дать несколько моментов. Во-первых, вначале, что я вам расскажу сегодня больше о хобби, не о своей профессии. Потому что где-то у нас была отдельная встреча на джайве, мы не помнили где. Здесь можно было ее расширить, да, чтобы мы, сидящие здесь, и не присутствующие, знают, что такое джайв, что у вас есть отдельная встреча, знали, что у вас есть отдельная встреча, вы бы даже хотели к вам вступить в эти встречи. Это первый момент. Второй момент. У тебя очень интересная история, у тебя есть движение, но мне хотелось бы их прямо видеть ярче, насыщеннее. Особенно, когда ты говорила про трусиху и про большого вот этого вот скафандре сноубордиста. Здесь можно было прямо сильно так вот расширить свои масштабы, так прямо то, что масштабы, прямо такая вот трусиха. Это было бы очень динамично. Но я думаю, в следующей речи ты на это все используешь. Ну и в целом мне очень понравилась твоя речь. Она очень много метафор. Очень много метафор, запоминающихся. Прямо я себе записывала, гардероб ролей, зритель, актер. И это тоже приносит твоей речи красивый окрас. Еще хотелось бы заметить на глазах. Взгляд. Понятно, что мы когда все первый раз выступаем, мы не всегда смотрим в глаза. Мы смотрим, да, нам так удобно. Это нормально, абсолютно. В следующий раз также направить свои взгляды на всю аудиторию. Я думаю, следующая речь будет еще интереснее слушать, потому что действительно ты открытая, у тебя открытый жест, и тебя приятно слушать, и интересная история. Я считаю, что с проектом исправилась, и лед молчания растоплен. Спасибо.